Сейчас я буду рисовать дракона с мультика «Как приручить дракона». Начинаем с глаз. Дальше рисую уши. Дальше продолжаем рисовать голову. И ручки. Дальше рисуем туловище.
Дальше рисуем крылышки. Такой вот дракоша получился с мультфильма. Надеюсь, у вас тоже получилось. Пишите комментарии, ставьте лайки и пишите свои идеи, чтобы я что-то нарисовал. Не забывайте об колокольчике под видео. Это для того, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!